Деревня Борихина, которая входит в границы Твери, теперь создали свой территориальный орган самоуправления. С его руководителем, а также с наиболее активными жителями, встретился председатель городской думы Евгений Пичуев. В ходе разговора обсудили задачи и перспективы сотрудничества. Борихина, хотя и называется деревней, однако официально входит в городскую черту. Здесь насчитывается около 200 домов. И еще по результатам встреч с кандидатами в депутаты в ходе предвыборной кампании местные жители решили создать ТОС. В ходе общения Евгений Пичуев, в избирательный округ которого входит Борихина, отметил, что теперь у людей появятся дополнительные возможности. Государство дает возможность провести какие-то мероприятия по благоустройству территории, по свету, по видеонаблюдению, но оно также заинтересовывает жильцов, то, что они бы участвовали в этом. То есть это софинансирование. Конечно, процент небольшой, но тогда люди уже начинают отвечать, потому что они вкладывают свои деньги. В частности, ТОСы могут принимать участие в программе реализации местных инициатив, в рейтинговом голосовании по проекту «Комфортная городская среда», выступать с проектом в рамках инициативного бюджетирования. Свое предложение о создании территориального органа самоуправления жители направили в городскую думу. И в марте этого года было принято решение о внесении в единый реестр областного центра устава ТОС Борихина. Уже намечены первоочередные шаги. Благоустройство наших улиц, вот этого пруда, его надо почистить, сделать мостки непосредственно, потому что сюда и отдыхающие приходят, и купаются люди. Тем более монастырь все-таки восстанавливается здесь. В знак начала работы Александру Михасеву была вручена копия решения городской думы о создании ТОС Борихина и удостоверение председателя. Он отметил как положительный момент то, что люди хотят что-то менять вокруг себя, стремятся к чему-то, а значит, будет и результат.